В селе Павловск Мегино-Кангаласского района прошел 7-й фольклорный фестиваль «Северная радуга среди детей». Конкурс собрал более 600 участников из разных уголков республики. Тему продолжит Гульнара Лукманова. Фестиваль «Северная радуга» впервые прошел в городе Нюрба в 2013 году. Оттуда и началась традиция каждый год собирать на одной сцене талантливых детей республики. Звуки хамуса, традиционные национальные костюмы народов Саха, национальные инструменты можно услышать и увидеть на этом фестивале. По традиции фестиваль открыли национальным танцем асохай. Мы занимаемся продвижением культуры народов республики Саха-Якутия на международном уровне. Поэтому мы каждый год в Якутии проводим фольклорный фестиваль. Последние подготовки, репетиции перед выступлением и, конечно же, волнение участников фестиваля. Ансамбль Нюрбинского технического лицея выступает танцем джагагёй. Каждый год ребята плодотворно готовятся к участию в фестивале, сами придумывают эскизы костюмов. Вот уже на протяжении 7 лет солистка ансамбля Саина Сурукина принимает участие в фестивале. В 2015 году я выиграла путевку в Италию, а потом в 2016 году я выиграла путевку в Монголию. Конкурс мне помогает обрести новых друзей, познакомиться с разными людьми. Ежегодно в качестве члена жюри организаторы фестиваля приглашают ценителей национальной культуры из разных уголков мира. В этом году приглашенный гость, солист Государственной филармонии Республики Казахстан Жасулан Таджиев, впервые посетил нашу республику и поделился своими впечатлениями. Про ваши танцы я много слышал. И хомус. Мне вот очень интересует инструмент хомус. Артистизм и сценический образ участников будет оценивать актер-режиссер Александр Ясень. Детей судить очень сложно, потому что, ну, если дети на сцене, значит, это уже талант. Это же нужно преодолеть сколько всего, чтобы попасть на сцену, да, свои страхи внутренние и чем-то обладать. В этом году победитель фестиваля награждается путевкой на международный фестиваль, который пройдет в Аргентине, где участники получат шанс показать культуру народа Саха. Гульнара Лукманова, Александр Шадрин, Мегино-Кангаласский улус.